Всем привет, меня зовут Маша, я 3D-художник из Минска, мне 29 лет, и это мой отзыв о марафоне по поиску работы в Канаде с портала Immigrant Today, который организовал Алекс Павленко. Почему я туда пошла? Во-первых, я хотела улучшить свое резюме, получить больше информации о работе в Канаде, о том, как проходить интервью, о том, как можно обмануть системы, которые сортируют резюме на вакансию, чтобы оно не попало в мусорку. И как оформлять LinkedIn, как подавать свои заявки на работу и еще много-много всего. Хочу сказать, что было очень круто, что Алекс нашел клевого рекрутера с большим опытом жизни, работы в Канаде, с хорошими знаниями вообще, как вся эта система работает. И я могу точно сказать, что советы по созданию резюме и то, что те комментарии, которые мне оставляли по поводу моего резюме, проапгрейдила его до такого уровня, что человек, которого я знаю, который работал много лет в Канаде, сказал, что мое резюме выглядит круто, и он свое показывать мне в качестве примера не будет. Я считаю, что это отличный уровень того, как вообще все это работает. Также было здорово, что появилось какое-то маленькое сообщество, где люди делились своими резюме, где люди рассказывали свои истории, спрашивали даже совета. И это было очень здорово и ценно, потому что мне, например, человек, который не может всем жрать вокруг, что я хочу в Канаду, я хочу работать, мне было очень здорово найти сообщество людей, которые такие же, как и я, и ищут работу, и они тоже что-то делают, и очень здорово с ними делиться информацией, получать от них какой-то фидбэк, комментарии, просто советы. Вот, так что если вы не знаете, как составлять резюме, как проходить интервью, что важно, что не важно, то этот марафон очень вообще классный и ценный. Вы нигде такого не найдете. Во всяком случае, я не смогла. Мне было очень жаль, не знаю, мне было очень жаль бы тратить столько времени и сил для того, чтобы найти всю ту же информацию, найти такого же классного рекрутера, который бы смог мне помочь составить резюме и сопроводительное письмо. Так что я считаю, что это очень большая экономия времени, вашего времени, ваших сил, и очень клевая штука, чтобы узнать все, что вам необходимо, и даже больше. Так что мой лайк Immigrant Today очень помогает мне вообще во всем этом процессе иммиграции в Канаду. Я всегда его читаю, сайт, и смотрю видео, и если вы хотите больше узнать про Канаду, то рекомендую. Всем пока! Всем привет, меня зовут Юля, я специалист по подбору персонала, работаю в Канаде уже 14 лет, по своей профессии работаю уже 7 лет. Я могу вам помочь составить ваше резюме, откорректировать все ваши недочеты по поводу прохождения интервью, помочь сформулировать ваши ответы правильно в соответствии с ожиданиями канадских работодателей и помочь вам найти работу. И у меня есть местное образование университета Concordia University здесь, в Монреале. Я закончила школу бизнеса по специальности HR, то есть Human Resources, это человеческие ресурсы. И после окончания университета сразу устроилась работать на агентство. Работала я на агентство как и посредник между клиентами и кандидатами, то есть я очень плотно общалась с клиентами и знаю, чего именно они ищут в кандидатах. И также понимаю, какие трудности бывают у кандидатов, чтобы получить качественно и быстро работу, ту, которую они хотят. Регистрируйтесь на марафоне и узнайте все тайны рынка труда в Канаде.